Баку презентованы официальные талисманы 15-летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля «Баку-2019», который пройдет с 21 по 27 июля. Официальными талисманами этого мероприятия стали мифические герои азербайджанских народных сказок Джертан, мальчик с пальчик и кавказский леопард. Как символы культурного наследия и природы Азербайджана, талисманы отражают славную историю и богатые традиции страны. Отметим, что до начала европейских юношеских олимпийского фестиваля осталось 150 дней. С сегодняшнего дня начинается обратный отчет до проведения в Азербайджане Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Мы представили широкой общественности талисманы и девиз игр. Было предложено много различных идей, но в итоге в качестве талисманов был выбран Джертан, самый известный и любимый юный герой азербайджанских народных сказок. Второй наш талисман – это кавказский леопард. Он отличается своей силой и красотой, тем более, насколько мы знаем, численность этих животных сегодня сокращается. Выбрав кавказского леопарда в качестве талисмана, мы в очередной раз хотим привлечь внимание общественности к этой проблеме. Немаловажен и девиз фестиваля. «Мы готовы к вершинам», так он звучит. Впредь этот девиз будет звучать на всех юношеских соревнованиях, проводимых Европейским олимпийским комитетом.